публики кошмар, ужас, гнев, ужас, террористические акты. А мазохизм связан с тем, что они знают, что эта реакция будет направлена против них. Она будет их убивать, она их будет расстреливать с гранатометов, она их будет вешать. Придут казаки, будут бить их плетками. И вот эта садомазохистская культура, которая не подчиняется закону, она может касаться не только религии. Хотя у нас рубили топорами иконы и действительно пустирает на наших алтарях, танцевала. Она может касаться насмешкой над материнством, над смертью твоей матери, твоего, может быть, ребенка-инвалида.